Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Казуко Фэмили. Пока идут гвардейцы, мы продолжаем следующую часть Assassin's Creed. Вот, так что, в принципе, приступим, присаживайтесь поудобней. Всем приятного просмотра, хоть и с лагами. Погнали. Так. Что у нас за следующая миссия, непонятно. Мы посмотрим сейчас. О, Чарльз, удалось отыскать незнакомку? Говорят, она мутит воду в окрестностях города под названием Лексингтон. Значит, там и начнем поиски. Встретимся там. Это девушка из индийского племени, да? А, то есть нам туда. Нам не обязательно типа это, да? А лошадь есть? Да. Лошадь есть, это хорошо. Погнали. Сейчас глянем. Далековато добираться, однако. Он надо бы незачем, в принципе. Чего он пытается надо бы? Встать. Но! Враг. О. Тут еще и враги есть, ё-моё. Чё, они прям нападут, что ли? Это ж вроде как, типа, обычная местность. Или необычная? Зайца, что ли? Обычно так быстро бегают, наверное, зайца. Так. Да ё-моё. Пугало. Парас это. Так обойти, что ли, можно? Что-то по такому пути странному пошел, однако. Собакен. А, это этот барсук или как его там? Почти дошли. О, с собаками. Вот, сторожевые собаки, это что-то новенькое. Конечно. Зачем тратить время? Так, сюда, да? Чувак, а ты типа нас ждешь?
Что ты тут делаешь? Ну? Вы нашли ее? У нее лагерь неподалеку. Прекрасно. Чем раньше мы с этим покончим, тем раньше согреемся. Да это я уже понял, мать твою. Верхом мы добились. Боюсь, у меня скверные новости. Да? Брэддок настаивает на моем возвращении. Я пытался возражать, но все зря. Без сомнения, он зол из-за Питкерна. К тому же мы выставили его на смех. Слушайтесь его, а я устрою так, чтобы вас освободили. Мне жаль, что так вышло. Не страшно. Поздно. Огонь только что потушили. На снегу свежие следы. Она здесь. А, сейчас эту искать, бабенку, что ли? Черт! Ой, сейчас тяжело помыло. Следы свежие. Это ее. Она взбирается выше. Из сугробов в чащу. Что это мне даст? Что это нам даст-то? В смысле найти это я понял. Где? Так, это будет непросто, да? Блин, надеюсь, нам не придется. Ха-ха-ха-ха.
Интересно. Неужели вот там? Нет, слишком далеко. Да, это очень странно. Капец, вы только не говорите, что мне придется... Что? Опа-на. Твою мать. Еле нашли. Ждите. Проклятие. Стой! Вернись! Возвращайтесь к Брэдоку, пока он ничего не заподозрил. Дальше я сам. Но, сэр... Нет, ступайте! Не беги! Я просто хочу спросить! Я вовсе не враг! Выслушай меня! О, боже! Да послушай же! Довольно этих игр! Да ну нафиг, так быстро! Вы издеваетесь? Ну давай. В смысле пробел? В смысле, я же жму кнопку, блядь. Да в смысле? Да ебать! Я не успеваю, блядь, кнопку нажать.
это пиздец. Нах, пошел. Блять. Я понял, сначала одну кнопку надо пожать, потом другую, это пиздец, конечно. Да, не просто. Да в смысле, блядь, я пробил тьму, блядь. Да ну нахуй, это не просто. Блядь, пиздец, с кнопками QT тут работает, блядь, на отъебись. Ебануться, блядь. Так, один готов, и то хорошо, блядь. Еще один, по-моему, остался, да? А дальше? Воу. Что это, блядь, значит? Нах, пошел. Ты что, издеваешься? Блин. Так, окей, куда ты там убегаешь? Ну, да иди сюда, блядь. Ты что, слегка тронутый? Я, Хейтам, я пришел с миром. Зачем ты говоришь так медленно? Прости. Чего ты хочешь? Ну, как тебя зовут? Я Гадзидзио. Очень приятно. Гадзидзио. Просто Дзио. Дзио? Дзио. Дзио. Скажи, зачем ты здесь? Кто тебе его дал? Старый друг. Я видела такие знаки лишь однажды. Где? А вот об этом мне запрещено говорить. Я спас твоих людей. Это ничего не значит? Поверь, я не враг. Здесь есть один холм. Жди меня там, если ты говоришь правду. Ага. Окей.
В том городе солдаты. Они хотят прогнать мой народ отсюда. Их вождя зовут Бульдог. Эдвард Брэддок. Ты знаешь его? Он мне не друг. Каждый день мои люди гибнут от рук таких, как он. Мы положим этому конец. Вместе. Что ты предлагаешь? Убить Эдварда Брэддока. Но его нужно найти. Так, подожди, куда она идет? О-о-о. Я не верю тебе. Я знаю. Но ты идешь. Доказать, что не лгу. Этого не будет. Ты думаешь? Так, подожди, а что еще кроме этого? Ага, нифига себе, Чарльз Би. Что за группа? Ага. Я знаю. Но я иду. Окей. Жди здесь. Женщина-магавка вызовет подозрения и перестрелку. Я не первый раз среди твоего народа. Я справлюсь. Надеюсь. Здесь невыносимо. От прибоя уже в ушах звенит. От соли зудят глаза. И чертовы чайки вопят и гадят. Мы точно туда? Бульдог снаряжает новую экспедицию. Он это так. Да ё-моё, а что нужно сделать? Чё-то я нихера не понял. Прошу прощения, но любой шотландец спросишь, почем стоит... Говорят, французы готовятся атаковать нас. Интересно, что Брэддок собирается делать? Он уже в передовом лагере. Думаю, безделье тут скоро кончится. Недели не пройдет, и мы выступим на юг. Че, это второе нужно прослушать? Как по мамаше скучает. Здесь невыносимо. От прибоя уже в ушах звенит. От соли зудят глаза. И чертовы чайки вопят и гадят. Мы точно туда? Бульдог снаряжает новую. Экспедицию. Что такое? Он это так называет? Экспедиция? Да, очень хитро. Под красивым именем можно скрыть любое дерьмо. Окей. А ты куда собрался? Я? Нет, другой петушок. О, я думал уйти. Да? А теперь? Думаю выбить тебе зубы. И ты боялся, что я вызову подозрение? Сядь!
Ты ранен? Ерунда. Вот. Это остановит кровь. Не стоило. Но спасибо. Нам нужно идти. Жди меня в лагере Брэддока. Он чё, к ней подкатывает, что ли? Яйца катит к индейской девочке, муля. Так. Прогресс. То есть тут нету ничего вообще, да? Пока что. Да, нехило так пилять, я бы сказал. О, вот там вода. Да не бойся ты. Подумаешь, пришлось немножко сократить, и то хорошо. Я так понимаю, что мы доверие завоевываем, чтобы потом втереться к ним, к индейцам. Да. Ну, потом мы узнаем, чем это все закончится. Спойлерить не будем. Кто... всю историю точно не знает. Вот. Я тоже, конечно, подзабыл. Давно играл. Так, а мы сократим или нет? Что-то мне кажется, мы так не сократим нифига. Не сократим именно как нужно, да? Так, а там как-нибудь можно сократить, нет? Ну вот это с QT-сцены мне особо как-то... не то, что не зашли, а они сложные. Не вовремя нажимается кнопка, это не так просто, как в других играх сделать. Очень быстро делается. Увы. Так, ребят, мы вас не трогаем, мы просто объехать вас и все. Зайцы. А, понятно. К ней тупо. Окей. И казнь это все. Эй. Используй метель, чтобы действовать скрытно. О, стелс, грёбаный в рот. Ты передумал? Нет. Но придется действовать осторожно. Ну, ступай. Я постерегу здесь. Так. Не убивайте. Гениально просто. Можно укрыться в повозке.
какой, блядь, повозки? Где ты ее видишь, нахуй? Повозку. Как я этот стелс ненавижу. Да блин, гребаная машкара. О, щит. Вот тот какой-то страх. Чувак, может, ты отвернешься, я не знаю. Как мне тебя отвлечь, блядь? Извини, чувак, но ради достижения цели мне пришлось это сделать. Черт, блядь. Похож на... Черт! Не спать! Тут рыщет убийца! Ну и... Заебали, блядь. Сколько вас тут, блядь? Как, блядь, стелсом, нахуй, это дерьмо проходить? Вообще не понимаю, как. Пиздец, тут еще. Эти пушки могут помешать. Может, устроить диверсию? Перемирия не будет. Блять! Черт! Но почему? Как он объяснил это? Сказал, что дипломатия — это вообще не метод. Дескать, дать французам отступить, значит, только отсрочить нельзя. В смысле, держитесь поближе? Вы чё нахуй? В этом есть рядом. Блять! Да куда ты, блять, побежал? Стой! Надо поговорить. А ну вернись, болван! Мне это тоже не по нутру. Наши силы разрушены, дом далеко. А Брэддок жаждет крови и неосторожности. Он рискует людьми. Я не хочу нести вдовам и матерям дурные вести, потому что... Блять, сука! Блять, в смысле привлек? Этот долбоеб за мной шел, блять, привлек. Эти пушки могут помешать. Может, устроить диверсию? Блять. Генерал Брэддок отказался. Перемирия не будет. Черт! Но почему? Как он объяснил это? Сказал, что дипломатия — это вообще не метод. Дескать, дать французам отступить — значит только отсрочить неизбежное и дать им преимущество. Да, тяжелый тут. В этом есть резон.
Как не жаль это признавать, но как он не видит, что это не выход? Сюда! На мне помощь! Это тоже не по нутру. Быстро! За ним! Блядь. Сука, блядь, из-за одного долбоеба, блядь, это! Блядь, как это пройти, блядь? Пиздец, вот с этим стелсом просто эти пиздец. Пушки могут помешать. Может устроить диверсию? То есть получается... А, можно. Сейчас я его в колодец, блядь, спрячу, чтобы он никому, блядь, не мешал. Пока, блядь. Генерал Брэддок отказался. Перемирия не будет. Черт! Но почему? Как он объяснил это? Сказал, что дипломатия — это вообще не метод. Дескать, дать французам отступить, значит только отсрочить неизбежное и дать им преимущество. В этом есть резон. Как не жаль это признавать, но как он не видит, что это не выход? Мне это тоже не по нутру. Наши силы разобщены, дом далеко, а Брэддок жаждет крови и неосторожен. Он рискует людьми. Я не хочу нести вдовам и матерям дурные вещи, потому что бульдог решил стоять на своем. Где теперь генерал? На смотре войск. А затем мы выступаем к форту Дюкен? Рано или поздно. Марш на север тоже займет время. В штабной палатке есть копии планов, если желаете взглянуть. Блять. Ну, хоть этому придет конец. Я пытался. Я знаю, друг мой. Знаю. Карта бы мне не помешала. Надо ее найти. Не тут ли он засел? Выбраться из этого форта, блять. То, что двое там, это понятно, блять. А как нам выбраться, вопрос? Из форта. Блять, из какого выхода мы выходили? Он же даже затерялся. Твою мать. А, точно, он же сказал, блять, что в повозке можно. И... это можно было туда, блять. Куда ять? Парни!
чуть не запалили. Тут один. А, дополнительно еще испортить пушки. А, я понял. Короче, нужно это сделать. Я, в принципе, скажу почему. А, покажется, что это не нужно. Так, а как вторую испортить? Покажется, что не нужно, но на самом деле нужно испортить две пушки. Чувак, не под прохождение, пожалуйста, а? Его тут нет. Ну и черт. Чувак, свали, достал. Мозолишь глаза, сука. Путем, сука, пошел. Значит, мы так тебя и убьем, тварюга. Ага. Ладно, вали. Я сначала думал, что там один, блядь, а там не один. Там их несколько, да? Ладно, будем думать, что мы справились. Так. Окей. Допустим, окей. Ну что? Брэдок уехал смотреть войска. Они выступят к Дюкену. Но пока они не готовы, у нас есть время все обдумать. Не нужно.
Устроим засаду здесь, у реки. Иди собирай друзей. Я позову своих. И дам знать, когда будет пора. Так. Куда нам двигаться, вопрос? На это я понял. Ё-моё, опять на ту стрелку. Называется 500. Сколько-то там пилять. Ну окей. Раз других вариантов нам игра не преподносит, будем тогда играть по таким правилам. Нападение мы еще не можем делать, да? Переплывать придется, да? Да ёпарасоте, сколько этой машкары тут, блядь. Извиняюсь, просто бесит, когда, блядь, летает всякая залупа. Вот тут пытаюсь сосредоточиться на другой залупе, халол. Снежные массивы, просто капец. Так. Триста семьдесят-то это, в принципе, неплохо. Блин, и опять тут. Хрен пи... перейдешь как нужно, да? Хотя в принципе есть дерево, можно по дереву пройтись, да? В принципе, как я и думал. Так. Ё-моё, как же сложно перебираться по этим снежным просторам. Полоска нам не нужна. Чёрный ворон, что ты вьёшься? Обширненькие все-таки здесь миссии. Только так получается перебраться можно, да? Погнали. Котик что-то разорался. Нам котик не важен. Вот и лошади впереди. Ого, 5 месяцев спустя. Тобой приют найдем в земле сырой. Браво! Трудитесь, да? Как ты? Пора в путь. Мой лагерь на севере. Иди туда. Господа,
Нам пора. Сперва холодно, теперь жарко, черт возьми. И сыро. Просто болото, ей-богу. А, я уж не говорю о москитах. Уверяю, скоро нам будет не до жары и мошкары. Что? Из-за бульдога? Ха, еще немного, и мы понаделаем в нем дыр. А где ваш парень, Ли? Увы, ему пришлось вернуться в полк Брэдека. После нашей выходки бульдог вряд ли будет ему рад. Ли наплетет ему, что я ни на что не годен. Он ловок со словами, особенно когда дело доходит до лести. Его примут с распростертыми объятиями. А у нас там будет друг. Именно. Если вы не недооценили противника. Тогда, надеюсь, Чарльз догадается вовремя удрать. Он умнее, чем кажется. Когда все кончится, махну в Нью-Йорк. Мечтаю насладиться видами. Пустых бутылок из-под виски до женских панталон. А что, бывают другие виды? Шутники. А что мы тут делаем? А ты не скучала? Все эти воины из разных родов. Но все они желают избавиться от Брэддека. Абинаки, Делавар, Шони. А ты? За кого ты сама? За себя. Что я должен делать? Помоги научить остальных. Пойдем. А, ну да, еще их учить, блин. Капец. Я и забыл. Едут. Все в порядке, сэр? Просто ловлю мгновение. Многие удивляются, зачем мы рвемся на запад. В дикие, чужие, необжитые края. Они не всегда будут такими. Когда-нибудь нам станет тесно здесь. И этот день придет очень скоро. Нашему народу нужно место, чтобы процветать. Нужно больше земли. Французы это знают и стараются нам помешать. Они вторгаются в наши края, ставят форты, заключают союзы, чтобы потом... затянуть петлю у нас на шее. Но этому не бывать. Мы разрубим ее и выставим их вон. Вот зачем мы едем. Предъявить ультиматум. Пусть уходят или умрут. Пора нанести удар. Стой. Мало уничтожить экспедицию. Нельзя упустить и Брэдека, иначе он вернется. Я переоденусь одним из них и подберусь к нему. Твое нападение их отвлечет, и я нанесу ему смертельный удар. Мы ждем знака. Они впереди.
просто чаще. Так мы не скоро доберемся до Дюкина. Надо было ехать вдоль реки. Нас почти 2000. Один разведчик, и они все узнают. И что потом? Скорость сейчас важнее. Так, стоп. Да ёб твою мать, блядь, ну так неинтересно, сука. Блядь, ну чё за глюки, я рядом с этим пидорасом был. Да блядь. Олень, может ты сдохнешь? Как бы заебал. Блять, все проебали, блять, я рядом с этим долбоебом был. Какого хрена, вот куда он делся, блять? Что это значит? Со мной немногие сравнятся. Чувак, ты сдохнешь, нет? Ты сдохни, сука. Со мной немногие сравнятся. Наконец-то он сдох, блядь. Нам топать. Отлично. Как можно считать этот лес домом? Грязь, мошка. Всякая дрянь. Отбросим французов, на севере можно будет поживиться. Сплошные колдобины. Одно неловкое движение. Говорят, бобровый мех дома на вес золота. Но! Прикол. Что ты был рад служить. Генерал! Я не потерплю неповиновения и сочувствия врагам. У меня нет времени на дерзости. Он заплатил за свое предательство. Если мы победим французов... Нет! Когда мы их победим, это случится потому... что такие, как вы, слушали таких, как я, и без колебаний. Ключ ко всему — дисциплина и субординация, подчинение командиру.
иначе победы мы не увидим. Вы меня поняли? Но... Эдвард, с этой стороны дула все видится иначе, да? Берегись! Сэр! Куда же ты, Эдвард? Что за фигня? Чувака убей Не думал, что ты трус, Эдвард. Что же ты? Какая дерзость! Я всегда знал, что она тебя погубит. Она погубит. Нет. Живее, пока он не ушел. Поторопись! Я не заслужил это! Стоять, трус! Ты лицемер, Хейтем! Прости, Эдвард! Но ты вынудил меня! За что, Хейтем? Твоя смерть — это ключ, ничего личного. Ну, разве только отчасти. Ты в самом деле давно докучал мне. Мы с тобой были братьями. Да, когда-то. В прошлом. Думаешь, я забыл все твои грехи? Сколько невинных жертв. И ради чего? Прорубая мечом путь к развязке, мира не сберечь. Нет. Если бы мы все больше полагались на меч и убивали чаще, мир был бы куда лучше, чем есть. В данном случае согласен. Прощай, Эдвард.
Вот и все. Я выполнил свою часть сделки. Надеюсь, ты выполнишь свою. Идем. Это та самая пещера. Нет. Нет. Ты разочарован? Я думал, это ключ. Здесь должно было быть что-то. Только эта комната. Я ждал большего. Что они значат? Это история Ютидзу. Что дала этому миру форму, чтобы здесь была жизнь. Путь ее был долог, труден и опасен. Но она верила в своих детей и в их силу. И хотя она давно покинула мир, ее глаза глядят на нас. Ее уши слышат нас. Ее руки ведут нас. И ее любовь дает нам силу. Ты была ко мне очень добра, Дзио. Спасибо. Мне пора. И что нам тут делать несколько дней спустя? Тоже непонятно что, да? Ладно, в общем, на этом мы, наверное, остановимся. Я думаю. Так что всем до новых встреч. С вами был Казуку Фэмили. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Всем удачи. Всем пока-пока.